реакция России на сегодняшние бомбардировки осадовских военных объектов весьма неадекватна, противоречива. Хотя сами путиновские медиа заявляют о противоречивости Запада, противоречивости всего мирового сообщества, что-нибудь там немцы против, выходят, там показали парочку-тройку идиотов или осадовских тех же путиновских прикупленных, которые выходят там за осада, крупным планом показывают. А в принципе сзади никого же нету, потому что бомбардировки не были рассчитаны на простых сирийцев, даже которых хотел Асад подставить, чтобы было больше мяса, крови свежей, от бомбардировок коалиции Трампа, так сказать. То есть противоречивость в чем? Что с одной стороны они заявляют, россияне, что на мирную, суверенную республику, страну осадовскую напали американцы. Если она мирная и суверенная, ни от кого не зависящая, то стала бы она провоцировать Америку на применение силы к себе. Наоборот, все было бы. А поскольку ею керует, правит преступный режим путиносии, который уничтожает своих же россиян в торговых центрах через путиновскую систему, умерщвляет славян, христиан, потом заявляет, это природное явище. То есть пожар был в центре торговом, это природное явище, явление. Что, ну, от этого никуда не денешься. Так что Востриков, ты не прав, что начинаешь там возбуждать толпу. Ни пожарные не виноваты, никто. Ни пожарная сигнализация. То есть, получается, Асад руководим Путиным, который через Асада делает свои многоходовочки, чтобы повлиять на мировое сообщество, как бандиты влияют. Ну, это элементарные вещи. То есть, 50-й или какой там раз Асад применяет химическое оружие, в принципе, как и Саддам Хусейн, против соседних своих стран, близлежащих, Кувейта и тому подобное. Применяет химическое оружие. Ну, для чего? С какой целью? Не просто так, чтобы не подставлять своих солдат осадовских, а легче сбросить туда химоружие, чтобы оно там само всех подчистую вычистило с детьми, с женщинами, стариками и тому подобное. Думаю, не только поэтому, потому что там как особых таких боевых боев и не возникало вот эти дни перед предшествующей атаке Асада. Значит, это многоходовка Путина, который включил с целью возникновения там большого конфликта, но при котором бы Россия снова бы, путиновская, естественно, Россия, умывала бы руки, росли цены на ропу, нефть, газ и тому подобное. И еще много-много-много других признаков, по которым он будет оставаться в тени тогда, когда там будет только разгораться. Давай, пылай, пылай эти люди. Все ради власти тоталитарной Путина. Пылайте и дальше ж. А тут все-таки, по сравнению с Обамом, международная коалиция проявила решительность и тому подобное. И начала что-то делать. Но делать не так, как желал бы этого Путин, а делать так, что теперь российская пропаганда трубит, что да, ничего там страшного не было. А с другой стороны трубит, это ж так страшно, это ужас, это хотя никто не погиб. И это, я думаю, одна из смарт-войн современных, духовные войны, гибридные, ну не духовные, информационно, информационно, стратегически, информационно, там куча всяких терминов можно поназывать, чтобы убедить мировое сообщество, что Россия, ну путиновская Россия, это не Ви, который нарисовал себе ядерным карандашом зону территории своей бандитской деятельности, пугания других народов и тому подобное, беспредел, полное панование этого беспредела, что никто туда зайти не может, потому что если чуть-чуть ядерное заражение по Европе тем всем, а в Европе в российские бабки, в Америке российские бабки, какое тут ядерное заражение, то есть все взаимосвязаны,
Ну а в тех территориях, которые нужно убирать бандитизм, там будут военные действия. И чтоб к этому вот это тупенькое, чмошенькое, чаморошное сообщество там Австрии, там всякие там Венгрии, Орбаны, всякая хрень, которая соски российские практически, ну путиновская режима, на бабле там и на том, на сём, там типа споры там территориальные всякие там к Украине, исторические там регалии, ля-ля-ля. Чтобы и их тоже этим мнением, опинией международной, их присадить на это, чтобы они заткнулись и слушались то, что им говорят мудрые дяди, духовные и тому подобное тети. Ну и другая сторона вот этого точечного смарт-конфликта в Сирии. Это ослабление влияния не только в геополитическом, а и в локальном значении России. Конкретно над Украиной. Хоть она там войска и собирает, все эти дела, ну это понятное дело. Покаместь — это огромный блеф, который должен означать одно, что национально-патриотические силы Украины, нынки, нашей незалежной, должны после этого опущения влияния России, военного, милитарного и тому подобного, должны начать возбуждаться, иритироваться и настропаляться на борьбу с коррупцией, с беспределом, с олигархатом, о котором заявлял и Азов, и Правый сектор, и другие, и Свобода, и другие патриотические национальные утворения. Вот, они должны сейчас с тем предлогом, что власть постоянно манипулирует угрозой, внешней угрозой России, что вы тут не начинаете ничего бунтоваться, потому что вот Россия, если что, на нас нападет. И теперь по мере спадка цен на нефть, естественно, нефть должна дешеветь. Точно так же, как и спадка утихания угрозы российской, все сообщество украинское должно начинать бунтоваться и скидывать этих олигархов, менять власть, там, выборы там, досрочные и тому подобное, демократические движения, публичные, общественные, судьи, судейскую систему наглухо всю менять, как Польша это сейчас делает, по крайней мере. Сюда английских судей, как Казахстан это делает, приглашать, чтобы они здесь сделали систему по-новому. Менять там, все менять наглухо, эту систему гребаную олигархатную. Как мы видим, молчок. Никому ничего не... Народ подпривык, что лидер нужен. Вот Саакашвили выгнали, все, мы уже никуда не выходим, потому что оно не выходит, потому что вот как-то оно не борется внутри. Биомаска вот так вот влияет. Нужен лидер. Давайте он полтюх там, соточку даст там, мы тогда поедем. А так оно не идется, не едется. А власть на это смотрит, что раньше она прикрывалась внешней загрозой. Теперь как бы загроза падает, а все остается. Та же гнилая коррупционная система, которая дрюкает наглухо каждодневно украинцев. То какая же это нация после этого? Врачи говорят, что поступает масса людей, у которых нет копеечки, чтобы заплатить в реанимацию там, или еще куда-то за свое там пребывание. Вот скоро будет, как в России, врачи вывозят втихаря там, за больницу, выкидывают больных. Потом кто-то их увидел, там на видео снял, шумик подняли, приехали, забрали, ну, наверное, в морг и забрали. Вот это что ли ждет? Рабский труд в Польше и тому подобное, ну, не рабский, может, полурабский, за который платят хоть спасибо и этому, что не разворовывает, не распиливает всю Украину, а дают возможность заработать там, в Польше, там, за границей, лучше бы, конечно, в Германии, вытесняя оттуда остарбайтеров других, которые и так уже нажрали с этими деньгами. Такие-то дела. Хотя, в принципе, то ничего еще и не закончено, потому что сам Путин в своих предвыборных интервьях, шмурьях
давал такие посылы, что, ну, поскольку мир играет слабыми картами против России, то есть он шизоидное это чудовище сатанинское считает себя Россией. Не миллионы россиян, которые под его бутом, до этого будучи под Совковым бутом, до этого царской империи, бурлаки, ладно, играет слабыми картами. Значит, то есть мир играет против него, против путиновской России слабыми картами. Значит, этот мир не так уж силен. Такой поэтический Спизанович выискался. А тот говорит, что о, там не попали, и 100 ракет 70 сбили, а-ля-ля-лю. Давайте типа как бы еще, что там маловато. Мы сделали химатаку, войска спрятали, а теперь же мы ждем вашей реакции мирового сообщества. Давайте станьте, как и мы, путиновская Россия, по локоть в кровище и в беспределе. Давайте будем вместе такими поддельниками. Давайте начинайте херячить уже реально. Вот там войска российские стоят, вот там сирийские, вот там. Но они в детях спрятаны. Они в больницах, там в заведениях мирных спрятаны. И химоружие там тоже у детей под койками в тумбочках спрятано. Так что ничего вам не придется. Но это другими словами, это не буквально, это я так имею в виду. Ничего вам не придется, как начинать херячить по ним же. То есть кровь мяса такое же, как в Чечне делал, там, в Грузии делал, в Украине, везде. Давайте, давайте, становитесь такими же. И будем тогда уже мир делить, как соучастники преступления по локоть крови. И чтобы избежать этой гадости украинцам, христианам, славянам и вообще народу украинскому, нужно, ну вот никуда не денешься, ну вот нужно вставать и бороться с коррупцией. Да как угодно. Борется оно, не борется. Огороды, не огороды. Польша теперь вместо огородов. Ну ничего не поделать. Или же оставлять эту страну, сюда приедут китайцы, как в России уже, или как в Крыму уже, сами уже крымчане борются с китайцами, потому что там приезжают фермы, обосновываются, там путинося сдает эти территории, чтобы не только там, не то что там уже ГМО, а уже такую гадость, в сезон по 10 урожаев, там уже конкретный рак для организма, для крымчан. Потому что для путиносии, для Путина люди это смятя. Он их не ценит. Это не духовная людина. Это сатанинского расклада человек. Он судит людей по том, как и его истота. Его душа, его духовность чмошная, но имеющая силу, то еще и ядерную. Поэтому он будет выэквилибристивать такое в мире, что нормальному человеку еще и не снилось, имея ядерное оружие, биологическое, химическое и тому подобное. Но это ж не повод оставаться в дерьме коррупционном, как в глубинке России. Ну мы ж не глубинка России, мы наоборот пример должны показывать тем собратьям, которые были вывезены во времена царя, царской империи, насильно были или не насильно, обещали им. В глубинку, в Тюмень, Сибирь, вся украинская или польская. Им пример показывать, чтобы они там тоже бороться начинали. Капец. А тут, наоборот, подражание такому же трыбу, такому же виду лачевного эмпирического существования, как и в глубинке России. Примерно такой же, как в Кемерово. Вот эта часть Украины... Огромная, это огромная Кемерово, которая ни хрена не борется.